Совет депутатов Ленинского района провел внеочередное 34-е заседание. Основной вопрос, стоявший на повестке дня – обсуждение изменений в бюджет муниципалитета. С докладом об изменениях в бюджете на 2019 год, а также на плановый период следующих двух лет, выступила исполняющая обязанности начальника финансового управления администрации Ленинского района Нина Хованюк. Предлагается увеличить доходы бюджета Ленинского муниципального района на сумму 139 269 78 тысяч рублей за счет увеличения межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муниципальных образований поселений, в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. В докладе отмечено, что увеличится и расходная часть. За внесение изменений в бюджет муниципалитета Совет депутатов проголосовал в полном составе.